А к женскому киберспорту недавно был анонс. $500,000 ESL анонсировали на свои турниры специально для женских команд. А какие у вас ассоциации в связи с этим? Какие мысли по этому поводу? Девочки клевые. Чё? Это правда. Сыграют. Подружание, которое шпилит в CS, что может быть лучше? Две подружания. Две подружания, которые шпилят в CS. А пять подружаний? Ты просто представляешь? Пять подружаний, которые шпилят в CS. Прикинь команду себе телочек, которые стреляют нормально, да? Так, ну а прикинь, когда-нибудь будет там... как это? Ну менеджер, если что, уже есть. Navi.fe получается? Или Gambit.fe? Не, это Navi Female будет, получается. Ну, Female. Или Girl Navi. Girl Navi. Это как FE. А, Нафаня, можешь себе представить ситуацию, при которой однажды могла быть команда 4 девушки, и ты капитан? Что-то сложно представить.